Всем привет, дорогие зрители, с вами Оз и Левша со свиньей на башке. Да, и короче, сейчас мы дальше пойдем в пещеру копать всякие полезные ископаемые, будем делать всякую фигню, короче. Да, должны нужно, делать нужно, Майнкрафт. Сначала нужно подготовиться. В общем, если вы смотрели прошлую серию, настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что ибо она была очень эпична. Мы нашли 11 алмазов, кучу редстоуна и других полезных вещей. Вот я просто задействовал все печки, чтобы переработать все, что там было. Вот просто очень много всего. Я просто только успел со всех печек собирать, а оно тут стекло делаешь. А, у меня еще железо, у меня же еще вот что есть сплавить. А, кстати, чай, стекло тогда я сразу сделаю. Блин, там что, ночь что ли? Я не знаю, что с ночь? Да, пойдем дрыхнуть. Давай, поспим, потому что была работа в шахте очень длинная и тяжелая. Изнуряющая. Да. Как оказалось, игра Майнкрафт может быть очень интересной. Не, вот честно, вот, вот когда, ну, недели три назад не думал, что это может быть так интересно и так затягивать. Ой, у нас гость. А, и он сразу загорелся. Чё там? Ну, два зомбака горят. А, ну, они сами сдохнут. Один раз, короче, на меня такой горящий зомбака напал, и он меня сам поджёг. Поджёг, да. Так, короче, чувак, а слушай, мне нужно стекло. Стекло? Ой, ко мне это. Четыре штуки вроде, для сундука. Кстати, ты сейчас увидишь супер сундук. Вон, подбери. Ага. Так. Да, кстати, ребят, вы сейчас увидите супер сундук, который я сейчас скрафчу. Это что, мод, что ли? Да. Очень клёвый мод, да. Так. Ща, вот крыша, короче. Сначала делаем обычный сундук, потом ставим его вроде бы в центр, обносим его только стеклом, и я пожертвую на него 4 алмаза, окей? Ну, окей. А, не так? А как? Так, стоп. А у тебя есть обсидиан? Нет, нету. Тогда пойдем соберем. Блин, а как же его крафтить-то, этот сундук? Я что-то забыл. Омг. Это плохо. Так, ребят, сейчас, секунду, я гляну, как он делается. Ща. Честно, забыл, как он крафтится. А это вообще не этот мод. Блин. Я забыл, как крафтиться. Да может не надо на какой-то сундук 4 алмаза тратить? Да не, он стоит того, я тебе отвечаю. Ну чё, прям какой-то мега сундук? Да, это мега сундук. В нем 5 страниц. Отец всех сундуков. Да. Только я забыл, как он крафтится, ты прикинь. Я реально забыл, как он крафтится. Было бы прикольно, если в нем можно было спать. Ну, я точно помню, что тут используется стекло, алмазы и обычный сундук. Только как? Блин, может сюда еще нет. Как делается поршень? Поршень. Сейчас. Ай, Википедия нас спасет. Вроде бы там нужно как железо, я точно помню. Дерево вроде или нет. Я уже не помню. Во, сейчас я уже нашел. Нет, не так. Короче, сверху 3 блока дерева. А, сверху. По краям по 2 блока булыжника. А, булыжник. В середине слиток железа и снизу посередине редстоун. Нет. Блин. В среднюю, в самую среднюю клетку кладешь слиток. Железный? Да. Ну. Вниз под средним, под средней клеткой редстоун. Ну. По краям слева справа 2 клетки нижних булыжник внизу
Не, ну слева и справа две клетки, считая от первой нижней. О, все сделал. Сделал. И нам понадобится тогда два. Так, хорошо. Теперь как же делается антиверстак? Надо вспомнить. А нет, я, кстати, могу посмотреть, как он делается. У меня тут в закладках вроде... Так, тебя антиверстак прикольно. Так кирка алмазная надоела, разобрал ее. А не, это поломанные вещи нельзя. А. Да. Плохо. Так, в общем, вот я посмотрел, как он делается. Вроде бы посмотрел. Так, стоп, сейчас еще раз. Так, а, верстак и железо. Так, тогда надо обычный верстак пока сделать. Так, потом так. Так. Ой. Так. Ура, чувак, ура. У нас есть антиверстак. Хочешь посмотреть? А, ну ты что-то там чем-то занимаешься. Дизайнерской работой. Так, ну он нам не поможет. У меня нету админки тут. Должна быть, я тебе дал права. Нет, у меня нету. Так скажи, что писать. А? Гейммод введи. Ну, сделай себе гейммод. И посмотри, там должен быть сундук такой, алмазный такой. Так, ты... А, вот ты где. Я просто... Нет, ребят, вы не волнуйтесь, читерить ресурсы мы не будем. Просто я забыл, как он крафтится. Я сейчас посмотрю просто, как он крафтится, и все. Все на ваших глазах. Сейчас. Я ничего не читерю. Найди там такой сундук, должен быть необычный. Такой он, ну, как с алмазным цветом, с таким. Сейчас я ищу. Так, так. Ты включил гейммод? Нет, я гуглю команду. Так, блин, на, и команду-то я знаю. Вот сейчас. Так напиши. Да вот я уж нашел. Во. Сейчас посмотрим. Вот. Сейчас посмотри. Это? Да, этот я уже в руках вижу. Так, сейчас сломай. И выкинь сундук. И все, вообще, выключи гейммод и больше им никогда не пользуйся. Окей. Все. Так. Гейммод 0. Так, вот, ребят, я просто... Мы его счетерили, чтобы посмотреть, как он крафтится. Так, где он? Вот он. А, там стекло не нужно, ты прикинь. Оказывается, надо 4 сундука и 4 алмаза. Теперь буду знать, короче. Так, вот это я выкину сейчас на ваших глазах, чтобы вы не думали, так, куда. В лаву, в пещеру. Ну, блин, я не пойду в пещеру из-за этого, я его просто сейчас выкопаю какую-нибудь яму, я не знаю. Вот, и все, туда я не пойду, и все эти ресурсы, вот даже вот, вот все, они там захоронены, то есть я их брать не буду. А, оказывается, нужно 4 сундука, ты прикинь. Вон так. Оно что. Сейчас. Стеклышко. Так, сейчас все печки проверим. Так, все, больше стекла нет. Придется дальше копать. Мне нужно дерево. Дерева нету, только палки. А, еще на один сундук. А, нет, есть. Вот это можно переработать. Вот, и, собственно, 4-й сундук. Меня просто бесит этот снег, который падает. Ой, нет, не сюда. Я хочу накрыть все стеклом, чтобы он так, не падал. Так, вроде бы вот так и вот так. Вот, ребят, как вы видите, я честным путем скрафтил себе этот сундук. Алмазы у нас вон, отнялись. И, собственно, куда поставим наш супер-супер сундук? Ну, не знаю, в ту нишу между пустую в печках. Хотя не, он не откроется. Да, не откроется. Ну, тогда не знаю. Выкопай еще нишу. Хотя он опять же не откроется. Ну поставь его тогда рядом с верстаком. Ладно, короче, думаю,
У нас будет такое хранилище какое-нибудь вот тут, например. Вот, и, собственно, смотрите, ребят, какой это сундук. В общем, страница одна вот такая, и тут их 5. То есть вот, это просто огромное количество. Хочешь, загляни, иди сюда. Ща. В него будем складывать на первую страницу. Ну, давай сейчас определимся. Вот он у нас. Вау! И посмотри, там плюсик-минусик, то есть страницы. Капец. Ну что, я думаю, на это не жалко потратить 4 алмаза. Ну, на это кстати, да. Стой, 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 твое стекло не понадобилось, вот. Так что вот, ребят, тут такие пироги, у нас теперь супер сундук есть. Так, скоро так, надо будет спать. Так серию назову, супер сундук, блин. Так, в общем, на первой странице у нас будут вот такие разноцветные плюшки. Вот, например, вот так, алмаз. Так, тут... О, сюда угля бы. Потом сюда можно угля. Сюда забираем, сюда угля. Тут у тебя стекло немного пожарилось. И, в общем, сюда это складываем. И редстон может сюда, точно. Потом, значит, на второй давай у нас будет вот эти вот фиговины всякие. Так, это тоже сюда можно. Обычные сундуки нам теперь вообще не нужны. Во! Скоро приступим к созданию крыши. Ага. Жалко, мод еще я не скачал. Я не знаю, может скачаю. Ой. Знаешь, такой, который этот распределяет в сундуках и в инвентаре ресурсы удобно. Нажал кнопку, и он тебе там столбцами, там еще что-нибудь. Вот так вот. Тоже надо его поставить будет. Короче, это... Давай поспим. Так, а в этом у нас будет так. Ну, в общем, распределю еще. Так, сейчас вот это тоже сюда. Поспим? Давай поспим. А что у тебя алмаз? Ты еще не сделал кирку себе? Да. А, в принципе, я тоже не сделал. Ой, в общем. Развитие идет полным ходом, так сказать. Так, а что я это? А, я тоже. Ты лег? Да. У меня не спится. Бессонница. А чё ты... Так. Сейчас попробую второй раз уснуть. Ну, экран темнеет. А, во, всё. Баг бывает, наверное. Так, в общем... Это тоже сюда. Гнилая плоть. А, ну пускай всякая шушера будет. И вот такая, например. Вот еще можно вот это сюда, вот это сюда. Так, а тут можно на третьей странице нам какие-нибудь вот такие штуки готовые. Найти бы пустыню. Ой, так, вот тебя не ждал. Чё, крипер или да, о, крипер, я слышу. Там мой огород не пострадал. Нет, озеро пострадало, оно там очень сильный кратер теперь. Который портит вид. А, да, вижу. О, еще один возле дома. Но я с ним справлюсь, я думаю. Я на это надеюсь. Короче, сейчас я свалю вот далеко. Так, в общем, вот, справился. Так, когда мой огород там зайдет? Не знаю, я затоптал ничего на одно семечко. Как ты мог? Я упал. И где оно? А, ты саму семечко подобрал? Да. А, ну ладно. Как ты мог потоптать мой огород? Я так пошел искать пустыню, короче. Давай. Сахару. Ага. О, я, кстати, пещеру нашел. Но мы еще в той пещере далеко не все сделали. Так, этот топор нафиг нам нужен, наверное. Я его куда-нибудь. Тогда вот тут у нас будет какая-нибудь, не знаю, утилизация, так будем называть. Тут, кстати, вот те вещи исчезли, как вы помните, читерские. Я их не подпирал. Потому что они нафиг не нужны. Играть нужно честно. Кстати, я все булыжники убрал. О, я, короче, нашел кучу жратвы. Молодец. Какой? Свинина. О, это хорошо.
Так, ну, в общем, этот сундук нам теперь нафиг не нужен. Можно его, не знаю, но выкидывать не будем, а просто сложу. А куда я сложу? Вот сюда сложу. Так, а пустыни нету. Так, и чем я займусь сейчас? Я даже не знаю. А, чем заняться? Строить. Что именно? То, что я делаю. Нифига ты тут, блин, стекло, блин. А, не, я знаю, что я сделаю. Я, во-первых, сделаю себе новые шмотки. Например, алмазную кирку. Я, короче, хочу вообще весь дом вместе вот с тем высоким деревом накрыть. Таким вот она, куполом. Моя хорошая. И, наверное, пойду накопаю немного обсидиана на, знаешь, на чё? На зачаровальню. Ты ещё обсидиан накопай книги. На портал. А нужны же книги, да, на зачаровальню там ещё? Нужны. А, может, тростника захватить? Он как раз рядом со мной. Да, бери, конечно. И сделаю, наверное, какую... А, во, попробую сделать тебе вот такую. Для ада ещё, для портала. Да-да. Обсидиан возьми. Во. Хорошая штука. Лучше, чем железо, нифига. А то я хочу прикольное освещение сделать. Так, куда нам это складывать? Вот сюда, сюда, сюда. Так, ну и в общем-то... Я пошел копать эту... Эту. А, не, а, ну ладно, еды в принципе. Короче, я сейчас тростник возьму, его будет мало. Мы его будем выращивать. Да-да-да, конечно. Я займусь потом этой фермой для него, автоматической. Теперь мне надо найти дорогу домой. Так, где я там спускался? Тут. Так, хорошо, все хорошо просто. Эта пещера реально радует просто глаз. Так. Блин, где дом? Только я тебе скажу, потом мне нужна будет еда, потому что... Ну, еда не вопрос. Блин, звуки-то какие, ёпта. У меня 13 кусков свинины, вот как раз, чтобы было счастливое число, ты один съешь. Так, в общем, это я начал раскопку обсидиана. Делай это не из быстрых... И твою мать, он сгорел. Как бы мне сделать так, чтобы он не горел? Как мне сделать, чтобы у меня обсидиан не падал в лаву? Не знаю. Никак. Вот, а тут еще больше, ёпта. Блин, и главное, булыжник-то не ставится. Отлично просто. Масштабная стройка просто. Сочи. Во. 2014. Так, нет, это ты туда не польешься. Ты польешься вот сюда. Оу, полегче. А это... А где мое стекло, которое, ты говоришь, чуть-чуть пожарилось? А, в сундуке на какой-то странице, не помню. Так, а, вон, нашел. Ведро воды... Да сфига ли это, блин, камень? Мне нужен обсидиан, а не камень. Так, сейчас пойду его куда-нибудь воткну. Ой! Просрал один блок стекла. Да ладно, один блок стекла-то это фигня. Ух ты, какое красивое дерево выросло. На крыше. В доме? А, на крыше. Как теперь мне его накрыть стеклом? К сожалению, придется, наверное, срубить. Нет, не смей. Не смей на крыше рубить деревья. Это мои деревья. Запилить такой огроменный купол? Блин, вопрос, как же мне добыть-то обсидиана-то этого? Вопрос, где мне взять столько стекла? Ну, я помогу тебе на раскопку песка. Да блин, он тупо сгорает. Обсидиан-то. Я не умею копать обсидиан. Нет, нужно просто найти не где лавопады, а где просто лава в болоте в таком. Блин, не там. Она...
нифига, тупо не сгорает. Нормально вообще. О, скелет сзади. Два скелета. Крипер! Чё происходит? Где я? Как они заспавнились-то тут? В лаву меня не скиньте. О, чувак, я сейчас порешают нахер. Чувак, спасай. Спасай, чувак. Как? А, не знаю. В лаву чуть не скинули. Я сейчас сдохну. Shift дави. Сейчас приду, если ты там. У меня хп нету. Блин, убил, сейчас. Убил, я быстро жру. У меня два с половиной сердечка. Прости меня, что я такой слоупок. Сейчас. Тут крипер только, но он не страшен. Сейчас я скрафчу себе метлу. Ой, фу, метлу. Это. Меч. Зомби, откуда? Откуда я слышу зомби? Капец. Мне становится просто, когда так мало хп и что-нибудь происходит. Мне бегу, просто... бегу с гуманитарной помощью, со жратвой. Ты что там делаешь, блин? На меня так сверху смотрит крипер такой молодый. Я тут, блин... Я тут хозяин. Самый... Я тут всем заправляю. Такая рожа у него, это капец. Блин, почему мы до сих пор не выбили лук из скелетов? Не знаю, а ты где, кстати? Так, я знаю, ты где? Фух, чуть не упал. Ты это слышал? Да, я слышал, поэтому я знаю, где ты. У меня выше одно с половиной сердечко. Вон, я вижу тебя, прыгай, да нафиг лестницу, прыгай. Так, на пушек. Жратвы. Ёжик. Нет, не сюда, так вот сюда. Капец, ты в стрелах. Я знаю, потому что у меня был просто файтинг эпичный. Так. Еще что-нибудь надо? Да, уж стрел во мне действительно дофига. Пошли, поможешь мне накопать обсидиан. Я забыл скрафтить. Кого? Я без кирки пришел. Я могу тебе дать железную. Нет, у меня лучше дай верстак. Верстак я тебе дать не могу. А, кстати, смотри, какой красивый сделал себе. Во. Лол. На тебе пока вот этой попользуйся. А я тогда буду все копать алмазный. Вот как мне обсидианта добыть? Не знаю. А, вот знаю, вот это вроде можно, да? Охраняй меня от всяких, блин, крипа-зомби. О, ура, у нас есть первый обсидиан. Второй надо накопать на эту, на книжку. Блин, что ж такое сделать? А как ты не помнишь, как зачаровальню делать? No, надо гуглить. Гулить, говоришь? Посмотри пока там, не знаю, в Вики. Да блин. О, три уже. А на портал надо как, вот 3 на 4 ставить, да? Да. Это у нас будет 6. Короче, надо 4 обсидиана, 2 алмаза и книжку. Ага, 4 обсидиана. И плюс еще. Сколько на портал надо нам? 3 на 4. 14. 14 вроде. 12. А, 12. Я слышу опять скелета. Да. 12 и плюс 4 на книжку. 16. Да, и нам... Ой. Отведай адамантиевого меча, чувак. Во. Так, собственно, что тут у нас? Тут у нас лавы? А, у нас тут нет лавы, нифига себе. Смотри, не копай под собой. Да, я не под собой. А даже если под собой, я выживу. Потому что... Ой, блин. А, собственно, где тут у нас эта лава начинается? Надо найти, где она начинается. Вау! Чё? Эх, ни хрена себе. Слышь, пойдем отсюда. Лучше. Почему? Потому что вот почему. А что там много? Очень. Сейчас я заткну дыру в воде, и тогда... Стой, у меня есть лучше... А, динамит там остался. Надо бы динамиты сюда. Освети факелом. Чуваки, вы это видите? Да, я знаю, вы это видите. Ни хрена их там.
я вижу зомби в какой-то черной броне. Сейчас я хочу их порешать потихоньку. Я тоже хочу. У меня тем более меч клевый. Ой, ой. Я тебя случайно ударил. Капец, да. Они сидят там все. Ой, я к ним упал. А все равно ты не взорвешься. Он тебе урон не нанесет, когда крипер в воде. Я вижу там зомби реально в черной броне. А этот скелет в кольчуге. Не бойся, крипер не наносит урона, когда в воде стоит. Ага, не наносит. Еще как нанес. Точнее, блоки не рушит. Нормально, вот ты, блин, сказала. Ну не знаю, раньше он не разрушал блоки, когда в воде стоял, и ТНТ не рушил блоки. О, я вижу, тут какая-то еще руда. Давай-ка сломаю ее. А что-то не ломается. Ой, это кто? Ой. А, по мне или не по мне? Ой. Я не вижу его, но он откуда-то... Сука. А, вот. Вот он. А, у тебя прям во лбу по центру стрела. А у меня вообще где-то в шее. И где-то еще за спиной. Так, ну в общем, продолжаем мы свои приключения в этой пещере. И нам... продолжаем копать. Да, блин, обсидиан, почему он так долго копается, зараза? Потому что это обсидиан. А ты где? А, вон вижу. Я его копаю. Я хочу в ад! Да зараза, откуда вот он идет, этот вулкан? Вон его сколько. Во. А, он оттуда еще идет, блин. Зараза. Да, блин, он внизу, что ли? Или угу. Где? Вот зараза. Не даст нормально даже обсидиана. Ой, покупать. Сюда этот идет, походу. Кто? Скелет. Я слышал, он костями гремит. Блин. Ай, нужно, знаешь, что нам найти? Нам нужно найти другое место с лавой. Да вон тут рядом. Собственно, вот оно. Да это тоже плохое, мне кажется. Тут тоже так не откопаешь. Видишь, пойдем. Чё? А, ну пойдем сюда, везде, может, он будет. Везде лава и неудобно. А это что вообще? Мы тут были? Ну это где алмазы мы копали. А, ну да. Точно. Вон я вижу еще лаву на карте, вон там. О, нифига, тут еще ресурсы. Блин, все не перекопать. У тебя обычная кирка тоже копает, да. Вот такие вот ресурсы. Да, она почти поломанная. Я ничего не вижу еще к тому же. Вон лава, да. И может быть тут попробовать потушить. Ой, так темно сразу. Во, вот тут вот может быть будет эта лава. Ой, то есть не лава, тьфу ты, блин. А, не будет ее, наоборот. Уже заговариваюсь. О, смотри, чувак, тут нет лавы. Ну, норм. Сколько мы посчитали, нам надо 16? Да. На все про все. Во, теперь у нас до хрена просто. Редстоуна. А да у нас и так его до хрена, там стак, по-моему, полтора стака. Так, у нас уже 8 обсидиана. Я, короче, в целях благотворительности я выброшу три алмаза в лаву. Не смей. Лучше сделать лишний сундук. Хотя у нас теперь этого, я не знаю, что у нас будет, один сундук всего стоять? Наверное. Ну, скажи же, он офигенный. Угу. Ой, накопай, я устал. А я буду рукой махать. Так, сейчас гляну. Так, серия. Я буду копать. 29 минут мы уже снимаем. Ну да. Нихера себе. Может, на этом пока закончим и начнем следующий. Давай, закончим. И, в общем, всем спасибо за просмотр этой серии. Да ставьте огромный лойс. Да, за... И комментарий.
за работу левши. Он же так старается ломать этот несчастный блок обсидиана. Посмотрите на его хрюшку. Она тоже, она просто силой взгляда ломает блоки. Она так смотрит на... Это мой талисман. В общем, да, если вам понравилось, то подпишитесь, поставьте лайк. Посмотрите другие ролики на канале. В общем, всем удачи, всем пока. Скажи пока. Пока!